Ребята, всем привет! С вами Машины Машинки. И играю про маленького котенка. Вот он лежит в этой коробочке. Маленький, бедненький, ищет свой домик. Ребята, все знают, что дальше с ним случилось. Проезжал велосипедист, и котенок подумал, что он еще может найти своего хозяина, обрести новый дом. И поэтому котенок решил не терять времени, перевернул коробку и побежал к своему голубому домику. Он подумал, что дома ему будет уютнее. И тут мы его нашли. Мы открыли коробку и решили забрать себе этого малыша. Он был такой мимимишный, такой нежный котенок. Мы пригласили его в нашу игровую комнату. Пойдем, котенок. Вместе будет нам веселее. Бегом, 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 побежали. Чем же нам тут можно заняться? Мы поиграем с тобой. О, не бойся, это всего лишь игрушка, котенок. Ты проголодался, но ты еще не заработал вкусняшки. Поэтому нам нужно сначала поиграть и заработать для тебя твои любимые вкусняшечки. Ух ты, ты забил гол. Поздравляю. Давай мы с тобой немножко порисуем. Котята так любят играть, а наш настоящий художник. Вау, он оставляет свои следы на листе бумаги, и получается картина. Теперь мы украсим этой картиной комнату нашего маленького котенка. Любимая игра котенка – это прятки. Ура, мы поиграем с ним в прятки. Будем его искать. Вон он на окне спрятался. Но только осторожно, котеночек, не упади. Давай-давай, скорее домой заходи. Мы тебя нашли, котенок. Заходи домой. Пойдем. Так, куда же он теперь спрятался? Кто его видит, ребята? А, вон он на полке сидит. Ура! Нашли. А теперь, котенок. Где же он? А, вот он в полке спрятался, в комодике. Хвостик только торчал. Как хорошо наш котенок прячется, правда, ребята? Вот он в синей коробочке был. Мы его нашли. А сейчас наш котенок опять в комодик спрятался. Отлично! Мы любим искать котенка. Это веселое, увлекательное занятие. Так, а сейчас котенок за кроликом был. Ну да, хорошее место, чтобы спрятаться. Молодец. А сейчас он в синей фиолетовой коробочке. Ему так нравится прятаться. Но пора поиграть во что-нибудь другое, чтобы не скучно было. Да, на самолетике. Ууу, какая скорость! Как быстро мимишка летает! Если вам тоже нравится, как летает мимишка, ставьте лайк! Лайк, ребята! Мимишка опять решил спрятаться от нас. А мы его решили найти. Ну что, мимишечка? Пора попрыгать. Давай будем прыгать, кто выше. Высоко-высоко прыгай, котенок. Ребята, а вы любите прыгать? Какая ваша любимая игра? Напишите нам в комментариях. Вот у мимишки любимая игра – это прыжки. Ну и в прятки он тоже отлично играет. А еще ему нравятся разные игрушки. Например, вот этот кролик, который помогает ему прыгать. Ребята, а какая у вас любимая игрушка? Может быть, мишка? Или машинка? Или, например, в телефоне какая-нибудь игра? Маленький котенок? Напишите нам в комментариях.
Привет-привет, мимимишка, ну что, напрыгался? Пора и перекусить. На, держи вкусняшечку. Это самая-самая вкусная печенька, которая у нас есть. Она специально сделана для котят. В ней очень много витамин, всяких полезных веществ, которые тебе помогут быстро-быстро вырасти. И вот еще одна у нас есть. Вкусная? Ты еще хочешь? Какой голодный котенок. Открывай ротик. Ням-ням, вкусняшка. И еще одна у нас осталась. Вкусняшечка для тебя. Вкусно? Наелся? Пойдем играть. Чтоб котенок хорошо спал. Нужно с ним много-много играть. Вот, например, коробочка, в которой он к нам прибежал, стала его новым домиком. Мы придумали из нее игру. Котенок будет ловить утят и получать за это вкусняшки. Какое классное вознаграждение, правда? Ура! Мы получили одну вкусняшку. А теперь мы еще должны одну получить. Давай-давай, котенок. У тебя все получится. Мы в тебя верим. Одну поймал, второго поймал Мишку. И третьего поймал. Молодец! Следующий уровень. Все усложняется и усложняется, но наш котенок легко справляется. Вау! У тебя все получится. Лови-лови! Молодец! Следующий уровень еще сложнее. Нужно поймать утенка, мышонка и медвежонка. Ура! Мы это сделали! Молодец, котенок! Молодец, мимимишечка! А следующий уровень нужно поймать по 3 зверушек. Ох, как их много! Ура! Так быстро все получилось! Ты молодец, котенок! Он опять хочет, чтобы мы его искали. Так, понравилась эта игра. А мы его нашли. Вон он за кроликом. Кто его тоже увидел, ребята, ставьте лайк. А сейчас он спрятался в коробочке. Ну да, отличный способ спрятаться. Залезть в коробку, и мы его уже не увидим. А вот он за лампой был. Молодец. Так, классно прячется. Нет, Мишка, мы гулять пока не пойдем. Пойдем наверх. Посидим в нашей комнате. Поиграем здесь вниз. Мимимишка, ну хватит спускаться вниз. Пойдем наверх. Пойдем. Покатаемся на этой скорой помощи. Машинка, которая очень-очень быстро ездит. Мишке нравится. Он нажимает на кнопочку, чтобы увеличить скорость. И немножко у него закружилась голова. Он даже не может стоять на ногах. Ой, Мишка. Ну что? Привет. Не бойся этого клоуна. Это же игрушечный клоун. Он на пружинке и не настоящий. А вот гол баскетбольным мячом ты так классно забиваешь. И опять покатаемся на самолетике. Полетаем с ветерком. Приземляемся осторожно. Молодец, котенок. Отличное приземление, правда? Ну что, мимишка, ты, наверное, сильно устал. Тебе пора спать. Пусть тебе приснятся сладкие сны. А мы пока поставим лайк нашему Мишке, подпишемся на канал Машиной Машинки и будем ждать новые видео с нашим любимым котенком. Ребята, всем пока! До новых встреч! Ждите наших новых выпусков на канале Машины Машинки. А чтобы их не пропустить, нажмите на колокольчик. Тогда будете всегда в курсе.